Так, друзья, идем дальше. Ужасно, ужасно становится жарко. Даже стало точнее. Выходил я, в портофан накинул. Было как-то не то что холодновато, но ветерок такой прохладный стоял. Сейчас ужаснейшая жара стоит. Буквально за час это все произошло у нас. Такая мощнейшая перемена. Вот. Доехали до этого места. А как на раз это? Милеха. Милеха, да? Милеха. Вот, находимся сейчас в этом Милеха. Называется это. Это городок. Остров Мальта. Вот здесь одни французики предлагают нам снять жилье у них. Сейчас приехали посмотреть вообще, что это за Милеха, как она выглядит. Есть тут пляжи. Смотрим, что за пляжи. 2,95-6 бутылок воды. Очень много разных экскурсий. Надо будет какую-нибудь экскурсию посетить. Так, посмотрим, какой здесь у нас пляж. Может быть, здесь что-то такое нормальное есть. Море Средиземное. О, здесь уже получше. И море вроде чистое. На набережную? Потом не давай, давай. А потом там не поднимемся. Как не поднимемся? Поднимемся. Там дальше. Да, ну пойдем тогда. Лучше обратно. Да, лучше вперед. Если что, спустимся здесь. Это самый большой песчаный пляж, а вот, вот кусок здесь. Вон он пляж. Ага. А вот тут кусочек, да? Вот это вот самый большой песчаный пляж. Это самый большой песчаный пляж на этом городе в городе или на Мальте? На Мальте? С ума сойти. Что-то как-то слабовато. Ну, посмотрим. Так сказали, по крайней мере, французики наши, которые хотят нам сдать здесь жилье. Жилье там повыше, в городе самом, ну как в городе, это тоже как бы город, но туда повыше, к центру. Вот, идти до пляжа где-то минут 15-20, если с того центра брать. Национальная еда есть у них мальтийская. Что вот море у нас? Какое море? Ага. Почище, по крайней мере, вода. Да-да, здесь намного чище, чем там. До этого пляжи, которые смотрели, были все ужасно грязные. Здесь как-то все получше уже. Видать, хоть на этом пляже они решили сделать уборочку, потому что если это правда, что это самый большой пляж на Мальте, то хотя бы здесь, чтобы люди могли. Здесь тоже, конечно, он не самый чистый, но все равно более-менее. Видать, получше здесь просто нет. Такая вот Мальта.
Пойдем отсюда. Да, но надо будет снять лучше обувь. Это да. Иначе, ну там же есть эти. Здесь. Есть. Не может быть, что этого нет. Так, друзья, сейчас сниму обувь, пока полюбуйтесь океаном, точнее морем. Здесь не может быть, что-то. Там все люди сидят. Более архативные. Как только все, я не знаю. Не, просто главное не спрячься, потому что если у нас только работать, они не используют свою часть. Не, очень... я не хочу, чтобы это сон жарко, ужасно. Сок нормальный. Хороший. Сок, кстати, вообще хороший такой. Мелкий. Как мука, но чуть-чуть грязноватый, конечно. Не будем уже считать. Пляжик. А? Да. И морские ежики, и морские коржики. Здесь все есть. Не, нормальный песок. Пляж не чистый, сам песок нормальный. Вот такие вот штуки, видите, вот такие штуки на других пляжах тоже вот так стоят. И вот, получается, они, видать, или в том месте очистили, или не очистили, не знаю, но там этого нету. А вот здесь все стоит, да. В Канарске, на островах, вот эта вся ерунда полностью все очищается, вообще ничего не остается. Такие специальные машины, экскаваторы эти, грузовые, в общем, ездят, полностью подчищают. Моют, поливают, что только не делают. Очень красиво вообще дело. Ну, не везде, естественно, но на пляжах такая тема есть. О, здесь вообще ужасно выглядит. Посмотри на это. Вообще ужас. Вулканические. Так, здесь уже идти не очень. Ты че? Да, колючки здесь есть. Притом такие колючие колючки. Несмотря на то, что маленькие.
Дима уже нормально отдохнул сегодня. Шел в полный загул и шел. Какие вот пикники, костры они, кстати, не разжигают. Запрещено. Разжигание костров здесь. Хотя, возможно, не запрещено, но... пляжа. Самое интересное, что на траве колючки какие-то маленькие, очень острые, вообще непонятно, что за колючки. А. И также эти камни какие-то. Так. В общем, если наши французики говорят правильно, то вот этот пляж, это является самым большим пляжем на острове Мальта. Вот. Должен сказать, что это не лучший пляж. К тому же, как вы видите, вот эти вот черные вот эти штуки, которые прибиты, абсолютно не убираются, я так понимаю, это все. Все как-то заброшено. Не в лучшем виде все. Если у тебя там недели или две недели ты вырвался из какой-то холодной страны, понятное дело, полный вперед, можно запрыгивать. Но если ты можешь выбрать, поехать с одного места в другое, то, естественно, что-то здесь не очень прикольно. Смотрите, какая вода. Вот как здесь можно плавать? Что такое? Вообще ужас какой-то. Хотя сама вода прозрачная, вон там видно. Просто вот эти штуки, грязь вся прибивает. Ее никто не убирает. Сейчас понаблюдаем, как наши. Вот это нормальная тема. Вот, наверное, вот этим здесь можно заниматься хорошо. Купаться здесь точно. Интересно.
основном вот эти все и собираются сюрфингисты. Купающихся здесь вообще мало. Если есть, то они, получается, больше. Да, что, друзья, я здесь точно купаться не буду. Вот. Пока выключаюсь. Смотрите, Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Находимся на Мальте. Местечко называется Малех. Сейчас я точно не вспомню, но название видео обязательно.